Добрый день! Сегодня приготовлю маринованную капусту. Берем капусту среднего размера, делим ее на две части, мелко шинкуем. Для маринованной капусты нам понадобится морковка. Ее нужно почистить и натереть на крупной терке. Нашинкованную капусту хорошо обминаем руками. Добавляем натертую морковку. Все хорошо перемешиваем. Перекладываем капусту в банку, в которой будем мариновать. Для маринада нам понадобится вода, соль, сахар, уксус, подсолнечное масло, лавровый лист и душистый перец. В кастрюлю наливаем 1 литр воды. Добавляем 2 столовых ложки соли. Сто грамм сахара. 100 мл подсолнечного масла, 100 мл уксуса, перемешиваем ингредиенты, отправляем на плиту, даем маринаду закипеть. В банку отправляем душистый перец и лавровый лист по вкусу. Капусту заливаем чуть остывшим маринадом. Накрываем банку. Маринованная капуста готова. Приятного аппетита!